православных начинается Рождественский пост. Один из самых продолжительных, как и великий, он длится 40 дней, но не самый строгий. В частности, в некоторые дни, например, в большие праздники, а также в субботу и воскресенье, пищу разрешено употреблять рыбу. Главное назначение поста – это духовное очищение. Он завершится 6 января с наступлением темноты, когда на небе появится первая звезда, которая символизирует звезду, зашедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. А 7 января православные отметят Рождество.